Экологи не опасаются за окружающую среду. Мэр Магадана Юрий Гришан проверил работу очистных сооружений. Объект по улице Пролетарской ввели в использование в 2017 году. Агрегат биологически очищает сточные воды. По словам директора водоканала Александра Попова, работники лаборатории и предприятия контролируют показатели и все в пределах допустимого. Единственное, что нарушает порядок на половину миллиграмма, это показатель фосфора. При норме 1 миллиграмма на литр в водах 1,5, что не превышает допустимой концентрации. Как показывают производственные испытания, они проводятся 500 метров выше течения реки от места сброса в речку Магаданку и 500 метров ниже, через 100 метров уже фосфор в норме. Таким образом, никаких негативных последствий для окружающей среды очистные сооружения не наносят. Тем не менее, работу в направлении очистки воды от фосфора продолжают. В сентябре планируют поставить новую центрифугу. Если показатели не улучшатся, поставят вопрос о строительстве фильтровальной станции. Это, по словам градоначальника, точно приведет параметры в норму.